kendi Yeşilköy polis karakolunda geçirdik. Şu sebeplerim hazır polis karakolunda çıkan bu karşı görüşümüz ya şu vatandaşlar hepsi Türkmenistanlı. Yine bir şu yeni kapı sahil boyunda yekece unutulsa da bile sadece bir kebir kanunu yerdeylere göze alarak bunların kanunu bozmamamız için açıklamanın şu fayda bir yer iki minut yapmak bahsedildik. Yani halk polis karakolunda oturan rayetlerin ertesi şunlardır. Мухамедов нарушает наши конституционные права. Мы не имеем никаких прав в Туркменистане. Он не является гарантом наших прав. Он не является гарантом конституции Туркменистана. Мы обращаемся ко всему мировому сообществу. Спасите нас от геноцида. Защитите народ Туркменистана от эпидемии COVID-19. Спасите наш народ, когда надо было спасать народ от эпидемии. Сейчас происходит очень сильная эпидемия коронавируса в Туркменистане. Очень много людей болеет и немало умирает. Им ставят диагноз двусторонняя пневмония. В тот момент, когда наш народ ждет помощи от государства, Бердимухамедов ушел в отпуск и отправил правительство в отставку. Он оставил наш народ одного против этого страшного вируса. Мы боимся за наших родственников, которые не знают, как защититься от коронавируса. Помогите нашему народу. Нас все бросили. Многие люди не могут попасть на родину, так как не имеют возможности вернуться. Мы не рабы. Согласно Конституции Туркменистана, у нас есть права. Мы хотим прозрачного освещения эпидемии в Туркменистане. В Туркменистане нет продуктов, голод. Окажите гуманитарную помощь народу Туркменистана. Сейчас в Туркменистане у людей нет денег. В банкоматах денег нет. Карантин не введен. С продуктами тяжело. Нужна срочно гуманитарная помощь. Помогите нашему народу. Я обращаюсь ко всему правительству, кто может помочь нашему народу. Теперь. Пауза. Дарадик, дарадик! Хаман, дарадик! Хаман, дарадик! Дарадик!